Да. Так, я переставлю сейчас машинку по-другому, то и видно. Где это спал? На западе? На юге? Нет, на юге. На севере. На берегу, на берегу у них. О, вижу! Азимут. Юг 220. Пускай за низем. Да-да-да, с РПГ-кой. Давай назад, давай. Нет, ты вырулил, блин. Ты не под колесами не крутись, а то я тебя задавлю. А, сейчас. Это арма третья. 220. Ну ладно, мне будет, у меня будет пулемет. Да? Далеко они? Метров 150. Что ты делаешь? Они уже гордо приехали. А, принял. Что ж ты так крутишь? Вот смотри, 260 в лесу. Как они есть? Есть, но ты где? Я-то... 260, смотри. Ну, практически сейчас не сам видел. Надо сверху. Это я развлекаюсь. Убил одного. Бля, ты откуда работаешь ты? Я с юга. Я с другой стороны от тебя. А с другой стороны дома? Да. Я отвалил. Он один шел. Хочешь бегать за мной, если к Жене? Там же не это, не подойти, наверное, за триггером. Не? Где это зал? А как этот пулемет таскать? Дошикали корт. А его разбираешь, он из двух частей состоит, пулемет и станина, и перетаскиваешь по частям. Я подошел к нему, ничего-то не работает. Просто засыпал, где замок находится? На горе, который что ли, с церковью, наверху. А, все понял, нет, сейчас смотри. Юг. Куда тебе его пас? Смотри, поставлю там. Да я думаю его куда-нибудь поставить на лесенку. А, принял. Сейчас замаслят, что я тут этот ощублен корт. Даже знаешь, не там, вот тут даже. А Урал мы не будем передвигать, а тот же как он стоит. Да хрен с ним, собственно, можем даже его разорвать нафиг. Колесное мозги, чтобы противник не взял. А надо отогнать, а то из него лавку расстреляют. Ну я говорю, может колеса. Под огнем. Как? Блин, переставил машину. А? Машину, блин, переставил называть. Как я Урал отогнать? Меня убили. Отогнал. Что там, котлеты зашел? Не, Беркут заехал просто с другой стороны. А где ваша машина? Я чуть не вижу, где вы спрятаны. Рексара смотри. Вот это так. Я вообще тут убил, вообще в поле шел, себе никого не трогал. Получил плюху в поле сразу. Вижу, отдыхаю там под деревом. По полю опасно ходить. У нас БТР очень долго, и это не поехали, что вот въезд получается, и что там долго. А, они решили тактику больших заходов. Угу. А он больше не едет, что-то. Это беда. Ну да, так что нужно Рексару в этапном смысле. Ну, снайпер сел такой, сидит, никого не видно, говорит. Нету никого. Церковь видно. Тимкилл начался, что ли? Да не. Человек. Раненый кто-то? Да, это Юки. Но это контракт, наверное.
Ну, Хаттаба настреливает. Эх. Его убило. Опасно. И минус Беркут, вон тут. Атака захлебнулась. Почти. Почти убил. Убил, да? Не, ну он почти Рексара убил, но Рексара лучше. Парни, а почему у меня просто планка весь прицел прикрывает? Не знаю. На автомате полностью весь прицел прикрывает. Без понять. От бедра стреляй. Отлично. Совета топ. Ну а серьезно, я иногда когда прицелиться не могу, просто от бедра стреляю. Я уже понял, где у меня посреди экрана точка это стоит, там где вот да? Прям центр и все. Можно ниточку даже натянуть, полянить. Можно даже не ниточку, этот маятник сделать. Мне надо было с людьми на БТРке кататься. А ты, получается, не смотрел церковь, а они, короче, с церкви там два сидел, дотус, получается, снайпер и фигар. С РПГшки. Я что зато меня на этом на зухе убил. Я сажусь, по мне огонь начинается, я думаю, ну все. А я такой, короче, еще добегу, никого нету, спокойно. Побег. Хочу добежать до соседней церкви, и у меня начинается пальба. Туза не да, нельзя давать СВД. А я хоть кого-то убил или? Да, вроде. Ты убил точно Паш в машине. Кто-то из них умрет, один в БТРе и рубанется. Угу. Кстати, в армии 3 техника за 3 человека походу не считается. Как двушки, помнишь, даже там было. О, Рексар, халаш мой. Хаттабу настрелил. А потом будет смена сторон или что? Да нет. Другая миссия. Следующая. А, другая миссия. Блин, накидывают чуть-чуть ниже, надо пацанам пострелять. Не попадает. Пуск. Не попадет, скорее всего. А как это так? Как это так? Попали. Попали? Шок-контент. Ну вон прям перед ними воронка была, они прям в БТР попали. Ой, хана его. Если он сейчас не уедет, сейчас прилетит еще одна. Это где тут? Полетит. Живые вроде. Живые, да, уходят. Да, живые, живые, можно выжить. В трешке можно выжить, была бы душка уже, все. Да, окончательно. Да, не штурпа уже. Слышал, вот у вас это тоже вроде планки перекрывает вообще все. Глюк, наверное, после обновления. Какой? С Рошем. С кем? Он у Рексара, калаш 74-й с планки. Перекрывает. Не знаю. Планк. Это бывает баг, можно просто плюс-минус нажать, может тут сам отойдет. Бывает. Так, зря они дым накидывают. Угу. Сейчас позовется внимание, там Рексар уже бежит. Они что не убегут сюда. Да, сейчас снайпер просто снимет и все. Кстати, приглушить звук на правый Windows можно нажать. Я себе как на 2 сделал, чтобы прям не отвлекать. Да, можно настроить вместе. Чего вы с душкой не полю? Сколько это не светает, с душкой вообще не полю. Не знаю, за кем. Я хотел сесть в душку, хотел догнать ее, занять. Меня пришли убить. Надо, знаешь, Паша, сделать душку вот обычную вот такую. Добавить к ней адекшены. Не, добавить к ней адекшены, чтобы люди ее могли вдвоем. Нет, вчетвером подходят, чтобы ее переносить могли. Прикинь, идешь такой, у тебя, короче, парни лезут по лестнице и тащат душку на крышу. Не, вообще, кстати, странно, почему вот эту раскладную зушку на колесах ее в армии вообще не да, не перевозит. На переноска. А, кстати, D30 странно да. Работает, вот боты в армии с D30 стреляют, ну то есть с D30 не стреляют в упор. Я не знаю, каким образом, она только стреляет по наводке, то ботами. И то не всегда. Нужно вызывать через менюшку. Ой, Рексар двоих пропускает. Потрухи. Рексар двоих пропустил, они вон разбежались, пока он в кустах там лежит. Отдыхающий. А к трупу пока безопасности? Воу. Жалко тут еще свинчивать эти наконечники, нельзя, чтобы далеко улетало это самое. А Рексару что, не наводит, что ли? В РПГ ходит, точно. А вот идет.
А, кстати, я почему выдаю сейчас 7 калаши с НПЗХ, это потому что после того случая с РПГ меняется. Когда ты бежишь, такой, опа, у тебя нету планки, у тебя калаш. И он, кстати, багается. Рексар всё время теряет. А, не Рексару, а этого. Раптору. Паша классный мы вытащил, мне теперь осталось подумать, как реализовать этот ДМ, то есть, есть ДМ с двушки. А, ДМ? Да, он есть с двушки, но он к трёшке не подходит. С двушки на трёшку реализован, но я там разобраться не могу в документах. Сар всё-таки полностью потерял Раптора из-за этой фигни. Кстати, в мусорке открывается, можно в мусорках прятаться. Да, только если мусорка будет, горизонтально лежать, тогда можно будет не прятаться. Залез, закрыл. Что-то положить, да. Можно просто к каждой мусорке лестницу приотачить, инвизибл сделать. Залезть и не вылезть. Почему? Обратно же спуститься по лестнице будет. И внутри лестницы. Слушай, я смотрю, как экипаж играет, лучше, чем пехот. Нет, знаешь, в принципе, из мусорки сделать как машину, чтобы можно было садиться. Я видел на Арму 3 ездящая инвалидная коляска, которая работает. А что ты там? Все, Рексар потерял. Хатап на своей позиции любимой сидит. На крыше. Да, вот я тогда с этой крыши навернулся и выжил. Вот мне что, блядь, папочка выжить может. А он не слышит, слышит. Все. Ту-ру-ру-ру. Мне нравится вот это вот в конце, которое начинается.